Зовут меня Светлана Боровская, представляю компанию Ростелеком. Сегодня принимаю участие в тренинге «Технологии эмоционального лидерства управления через влияние». Для меня, как для руководителя, очень полезными являются те знания, те навыки, которые нам сегодня преподает наш тренер, реальный практик, очень интересный человек, личность у которого есть чему научиться. Поэтому конкретно данного тренера эту тему рекомендую всем личностям, всем руководителям, которые хотят повысить свою профессиональную компетенцию, капитализировать свои знания, в дальнейшем развивать свои навыки. Приходите, будет интересно.